вот люди трудятся, каждый день высаживают цветочки. Все хотим, чтобы у нас в городе было красиво, чистенько. Сажают цветочки не просто так, а вот в каком-то порядке, чтобы оно было красиво, чтобы оно радовало глаз. Ну это днем, а ночью... Каким же надо быть тварью? Вот какой-то падле это все мешает. И вот прямиком по клумбочкам. Ушила, блядь, книга польская. Вот. А люди на следующий день должны это все больное приводить в порядок.